спокойно. Вот. А профессию они выберут. Если не в 16-18 годах, то в 20-м году. Семейное радио. Будем хвалить первого национального и утром семейного радио. Сегодня у нас в гостях лучшая столичная шмодетная семья Трикозин. Юлия, Владислав и дочки Татьяна и Катерина. Катерина Базмова. В конкурсе на лучшую многодетную семью Минска участвовали другие семьи. А вот чем ваша семья на фоне отличалась? Задором. Задором, но этот вопрос, конечно, больше публике адресован. Но все же вы на них смотрели и вот думаете, да, ну конечно, каждый ставит перед собой цель, мы будем первым, мы лучше. Разные семьи готовились по рамкам. То есть все вкладывали душу. Все родители старались, в зависимости у кого-то получалось лучше, у кого-то получалось хуже, чем готовиться. Ну, если победили, значит, мы в чем-то подготовились. Мне показалось, что были лучше.